Подъезды дома 18 по улице Кирова заметно преобразились. Здесь заканчивается долгожданный ремонт. Председатель дома, жители и депутаты проверили качество проведенных работ. Замечания незначительные и устраняются практически сразу. Мы очень рады, что нам поменяли окна. Также будет замена дверей. Цвет стен, состояние подъезда значительно улучшилось. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с управляющей компанией, с администрацией города, благодаря которым этот ремонт все-таки случился. Ход работ на контроле депутатов. Они совместно с жильцами проверяют соблюдение сроков качества работ. По качеству, мне понравился цвет, выбирали жители. Житель дом очень активен, присутствует всегда на субботниках, в чатах идут переписки. Работы ведутся в рамках программы «Мой подъезд». За 5 лет ее реализации в Химках отремонтировали 1800 объектов. В этом году в планы вошли еще более 150. Так вообще в городском Химке у нас в этом году 153 подъезда в ремонте, 130 подъездов уже полностью готовы. По программе «Мой подъезд» жители могут предложить любой дизайн и оформление своего подъезда на общем собрании собственников и зафиксировать решение. Также на собрании принимают решение об объемах работ и сроках выполнения. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.